В эти минуты в Театре Сатира в Москве проходит прощание с легендарным актером и режиссером Александром Шурвиндтом. Отдать дань уважения приехали все звезды, в том числе и Иван Ургант. Ургант вместе с женой посетили прощание с Александром Шурвиндтом. Телеведущий промчался мимо журналистов через служебный вход, поприветствовал лишь Филиппа Киркорова, который в этот момент выходил весь в слезах. В руках у ведущего вечернего Урганта был букет алых роз. Ургант тяжело переносит смерть Шурвиндта, которого считал своим учителем. Более того, легенда театра и кино несколько раз становилась участником легендарного шоу. Например, сам ведущий вспомнил знаменитый эфир в 2016-м, когда Александр Анатольевич пришел в ярком головном уборе с перьями. А Иван спрашивает, почему он выбрал стиль «Королевский карнавал»? «Просто бешеный темперамент, невозмутимо», отвечает ему Александр Анатольевич. Как говорил сам Ургант, он всегда хотел быть похожим на Шурвиндта, чтобы вставать на любом банкете. Говорит два слова, и все сразу начинали заливаться от смеха. Отметим, что очередь из желающих проститься с Шурвиндтом растянулась на несколько сотен метров. По планам, отдать дань уважения можно с 13 до 15 часов. Президент Московского академического театра сатиры Шурвиндт Александр Анатольевич будет похоронен на Новодевичьем кладбище после кремации, согласно его воле. Театр окажет семье всю необходимую помощь, отметило руководство театра. О дате похорон пока ничего не известно. В числе коллег и друзей, которые пришли проститься с артистом: Константин Райкин, Марк Варшавер, Валерий Боринов, Ника Сафронов, Леонид Ермольник, Ольга Ломоносова, Игорь Костолевский, Вера Алентова, Сергей Газаров, Александр Олешко, Елена Подкаминская, Константин Эрнст и многие другие. Светлая память артисту.